Nada para lá. Это что-то серьезное? Сзади один. Ну пацаны, акцентирование удара. Хочу, давай. У тебя еще одна капана кота. Чего это? А ты можешь переслать его? Ну, через Facebook, что? Я не помню фамилию. Стоимость летательного команды соперника. Вратарь команды Детектива Пуа-Пуа, нападающий в душе. Забивает. Серега. Марушкевич. Марушкевич Сергей. Детектива. 6-3. Все, понял? Что ты думаешь? Ну что? Что следовало ждать? Ну типа, просто так бы этого не было. Я же говорил, что скорее всего какие-то серьезные проблемы. А кто фамилия вратаря, ты знаешь? Рука. Ну что ты рассказываешь? Я ж видел, что было. Ой, ты дурачок. Ну было ж, да? Не было. Это было. Давай, я исключаю, что он в своего попал. Мне. Вот так тебе вар. А что это? Белая ниша. Давай. А, ну в смысле? В смысле? Ну штрафной был все равно. Какой штрафной?
должны в фол, фол в атаке рукой. Рукой штрафной соперника. Ну! И надо было вар включать. Не забрался Иван. Вот вар. Почувствовал вар. Марк, 4 секунды, Марк. Босс. Сзади, сзади, сзади. Еще раз, как фамилия вратаря? Маруш. Нет! Вставай, я накажу тебя, мать! Я тебя накажу, я тебе отвечаю. Старушкевич, а не Марушкевич. Давай, Антон. Терпи. Еще не надо. А к какому ответу ты склоняешься? Понимаешь, да, это просто так и происходит. Это не тот там туда. Обратно. Корнер кик. Я спросил у тебя, что ты думаешь? Я участвую. Не, ну если... Если как бы предупреждены будут, то без проблем, я думаю. Это считай, как я тебе говорил, сделать антирекламу, только ты... Только как бы... Этот человек сам будет ее себе делать, понимаешь? А ты что думаешь? Я пока думаю. Сильфо возвращается! Еще раз. Есть! Да.
І четверте м'яч. Вітаємо вратаря команди Депортиво. Лишилося нам грати. Грати лишилися трохи більше. 12 хвилин. Плотніше, плотніше. Вітя. Да. Знаєш, що ти на чемпіонат чого? Чемпіонат чого? Знаєш, що нам буде зняти на победі? Чим? Очень важливо. Ну, нужно будет на медали поклеить наклейки. Нужно будет что? На медали поклеить наклейки. А что это я должен делать? Вот. Не, я этим заниматься не буду. Не Нет, конечно. У меня есть дела поважнее. С видео работать, обучение мое. А сам же был посмотрел? Два пока посмотрим. Бить. Что? Бить. Я тебе не делаю. Тем более, вот меня очень сильно возмущает, что, что я смотрел, как бы... Ювелирный гол! Ювелирный гол! Это команда 7-2, 7-5, впереди 10 минут интересного игрового времени. Что я смотрел, короче, его бесплатные мастер-классы, он там то же самое говорит. То же самое, точь-в-точь. Так, подожди, ты только два урока. Ну, из того, что я увидел за два урока, он ничего нового не говорил. Дело ширину. Ну, еще остальные я не смотрю. Распечатал Михаил Гришков. Талалаевского таки. На второй понятно. Я говорю, что просто ты уже говорил, что вратарь интересный, там интересный. И таки забивать. Второй мяч, Михаил Гришков. 7-6. Камбэком пахну. Здесь. Хорош,
центральный, сзади. Антуан Литвин забирает восьмой мяч команды «Спортива». 8-6. Кто, Удод забил? Да? Егор? Наверное, да. Седьмой мяч забивает команда Сибирька Боруссия Менхенглазбах. Егор? Егор Удод! 80. А как же по ноге ударить? Кого? Меня. Вот оно, Сарушкевич, вот оно, понеслась. 9-7. Депортиво впереди. Как, понравилось? Молодец или беседа не опустила? Только первую часть. Считай. Что считай? Я уже забыл, что там было. Если ты хочешь, чтобы я вспоминал, я не помню. Дэвис дальше ровно, думали, будет прикольно. Я так и понял. Да, вижу. Вижу, вставай. Не, уже сейчас косу потерял. Вообще забыли греть. Ну, вообще. Выключи. Как будто да. Миш, Миш, я два. Вот. Уже можно руку прям держать. Да, она уже, рука может быть холоднее выше. Команду Боруссия Менхенгладбах. 9-8. Перед Депортивой играть осталось менее 5 минут. Так, иди, иди назад!
тебя рукой. Хорошо, слева, слева! Лиша, слева! А что флаг? Что флаг тогда? Давай, там, на фон. Витя, купил очень крутые, дорогие куртки. Дорогие что? Говорю, купил очень крутые, дорогие куртки. Ну, красавчик. Дай еще! Это ж кубок, надо, наверное, было только за первым. Ну да. Происходит игра на футбольном поле. Это команда Беларуси, Нидерланд, Бакиты, Партива. 10-9. Счет на табло. Осталось играть очень мало времени. Мы узнаем, кто будет таким победителем этого страшного матча. Сейчас ты добежишь, сейчас. Серег! Падай! Минута. Гол или что? Хорошо.